рады представить вам канал Грильков. Лёха готовит 3D-шаверму, KFC-шные стрипсы, стейк-сэндвичи и всевозможные закуски под пенные. Объясняет рецепты вполне доходчиво, так что каждый сможет повторить. А еще он тестирует всевозможные полуфабрикаты на годность. Ссылка в описании. И это все? Здесь ведь даже на омлет не хватит. Ну ладно, сколько с меня? В смысле сколько? Кто ты вообще такой? Ты чё, не узнала меня? Я же египетский фараон, рабогрузчик первый. А ну положи яйца назад, фараона кусок, или я из тебя сейчас мумию сделаю. Да, я смотрю, маразм совсем затуманил твою лысую голову. Может быть, это поможет тебе меня вспомнить. Вспомнила! У меня же есть дробовик! Быстро клади яйца обратно, нарколыга вонючий! Спокойно, бабуля, мы же с тобой договорились! Я забираю твои яйца, а ты веришь в этот бред, что типа мы с тобой договорились! По-твоему, я совсем? Ебанутая! А ну раздевайся! Но я же и так голый! Извращенец! Ой, ну и холодище на улице, зато можно на мороженом сэкономить. Прости, что прерываю твое новогоднее шоу трансвеститов, но какого хрена ты сюда приперся? А, кто ты? И что ты делаешь в моей квартире? Прям как в наивной советской комедии. Не очень хочется принимать участие в твоей дерьмовой пародии, но вообще-то это моя квартира. Да? А почему тогда у меня ключ подошел? Наверное, это просто нелепая случайность. Или, как скажут оперативники, взлом с проникновением. Заткнись, алкаш, ты мне уже надоел. Бери гитару и пой для меня песню. Отвали. Какая романтичная песня. Мне кажется, я влюбилась в тебя, жирный урод. Жаль, что я уже обручена с Ипполитом Марквеевичем. Бамбарбия, Тиргуду, не виноватая я. Замуровали демоны, пасть порву Юрию Деточкину. И тебя вылечат, и меня вылечат, и еще раз меня вылечат. И га-га-га-га-га. Гепард, гепард. Хочешь колокольчик? Нет. А зря. А, он ведь так освежает. А еще освежает ветерок, когда гонишься за всякой тупорылой дичью. Не, мне больше нравится колокольчик. Гепард, гепард. Сука, тебе что, жить надоело? Мне надоело, что все считают тебя самым быстрым животным в мире. И никто не знает, что я всего за 5 секунд 100-метровку какаю. Чего, блядь? Так я называю свои 100-метровые какахи. Как-то раз одну из них удав перепутал с самкой. Хочешь видос покажу? С удовольствием бы взглянул, если бы у меня были проблемы с психикой. А пока больше хочется послать тебя нахуй. Короче, гепард, гепард, давай на перегонки до того дерева и обратно. И какой приз? Автомобиль Якубовича. Охуенный приз! Ну погнали тогда. На старт, на внимание, на марш, нахуй, блядь! Хуец, это мой тенек, свалил отсюда! Неужели ты прогонишь отца-одиночку и его красивую простынь? Эх, классно, что я муха, а не лемур.
Разве лемур может так любить говно? Нет, я по-любому муха. Чё тебе надо, лемур? Я не лемур, я муха. Съешь меня, пока я не улетела. Не бойся, это просто пирсинг. Слышь? Муха под спайсухой. Мне кажется, ты путаешь значение слов хамелеон и дегенерат. Я знаю смысл слов лучше тебя, братишка. Хамелеон. Так что давай, лобызни мою жопу своим длинным языком. Извини, но я не занимаюсь подобными вещами на первом свидании. Да и свиданием эту хуйню тяжело назвать, поэтому давай, пока. Не так быстро, ящерица. Сначала я заберу твой хвост. Придурок. Я не такая ящерица! Отпусти! Чё ты ко мне вообще пристал? Потому что ты сожрал мою жену! Любимая, я отомщу за тебя! Убийца! Ладно, если что, я у себя в комнате. А ну вылезай, или я тебя сейчас отмудохаю. Можешь бить меня сколько угодно, я мазохист. Ай, а может и нет. Ай, блядь, точно не мазохист, хватит, хватит. Я все понял. Моя проблема в том, что я постоянно лгу. Даже самому себе. И если мама родила меня лемуром, значит, я должен быть лемуром. Спасибо, что помогла понять мне это. Прощай! Я все понял. В этой жизни нужно уметь проигрывать. Спасибо, что помогла понять мне это. Прощай! Ах, сука, блядь! Сегодня я буду глаголом жечь сердца людей и выбивать из безграмотного интернета всякую чушь, блажь и языковую немощь. Пора устроить глубинную трепанацию мягкого знака. Я распахнул ей настежь душу, вручил кольцо, а баба прочь. Не баба, блядь, а сплошь принцессы. Точь в точь.